Перевожу. Лучшие ЛД, лучшие дни ТПР. Провел Рохли. Лучшие дни провел Рохли. А Рохли — это распустеха, медлительный человек. Рохля. У него везде недостаток. Рохля. Рохля — это как клеймо на человеке. То есть его нигде не наймут на работу. А кому нужен-то он? Портит. Он не видит ничего. А почему? Внутренне углубленный? Да нет. Перекати поле. Сквозняк. Проходит, где еще не касается. Сдохла скотина. А я даже не знаю. Ну а какая причина? А кто его знает? Да ты бы ободрал, посмотрел, удар какой-то, укус, может быть. Ну, хоть что-то бы сказал. Ничего нет, выкинул все. То есть нет ни одного дела, в котором Рохля показал бы себя заинтересованным. Настолько заинтересованным, что любой бы сказал, хорошо, он рядом. Он обязательно предохранит от беды. Обязательно поможет выйти из нее. На Рохлю никакой надежды нет. Он среди людей еще может как-то шевелиться, а один он ничего не сделает. Рохля. Я сегодня открыл словарь Ожегова, Рохля. Человек медлительный, там ненужный, вот такое все. А на самом деле Рохля — это растяпа, по-нашему сказать. Рохля, ну раскрылатился, у него ничего нет, вот, как бы рыхлый. А потом фамилию дают Рохля. Генерал Рохля был. Что его потянуло на Путина? Интересно там. Начинает евреев клеймить, если он... Жена застрелила в постели, а потом отреклась детей, я. Лев Рохлин. Понимаете, вот когда приглядываешься, я тебя перечисляю, кто на Путина поднимал руку, ни одного нет живых. Притом внезапно, как Немцова, раз, кто-то налетел на него, застрелил и даже по сегодняшний день не знает где. Называю Николай Левашов, там такой академик. Внезапно умер, космическая энергия поразила. А где это, в каком уставе написано? Космическая энергия. Это нет такой врачей, это в школах не изучают, это в институтах не изучают. Даже на беде другого ты можешь получиться. Господь говорит, вспоминайте жену Лотову, вспоминайте. Она оглянулась, она уже вышла из Содома, но дух Содома из нее не вышел. И она сразу повернулась и... Все замерло. И превратилось в соляной столб. Соль. Бери, пробуй на язык, соляной столб. Как это может так быть? Да это не бывает такого. Бывает. Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Не оборачивайся назад. Пошел за Христом, прямо иди. Не жалей. А когда тебя начинают учить, поступил в такую школу строгую. А теперь, о, я жалею, показывает, как китаянки маршируют. Посмотрите когда-нибудь, как они идут. Видели? Красным типом одежды, как одна, какие у них береты, и как они шагают. Как будто это машина заводная какая. А перед этим сейчас ролик прошел, показывает, как их там готовят. Конкурс большой, девушки. Они там, смотри, бюстгальтер где-то, а который учит их, солдат такой могучий, он шагает по сапогам и по спинам. Они ревут, но ни одна не нажавит показать, что ей больно. Солдат учет, он берет доску со всей стороны, бьет, доска лопается, а он даже ему нужен нету. Снег, раздетый, мороз, 2 часа в снегу лежит и не нужен. Это одна из лучших армий в мире сегодня. Телефон! 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 А! Нас ищут. Говори. Кто это говорит? Еще хотела. Коля, ты что, ты что? Давай договоримся. Больше никогда этого у меня не спрашивай. Приходи, приходи и бери сколько хочешь. Ты что меня смешишь-то? Иди, Господь, с тобой, вон твои отроки идут. Я рад, когда вы у меня появляетесь в поле зрения. Только чтобы не забывали, придерживали розетку и выдергивали, когда штепсель. Не оторвать, чтобы. Давай, голубушка, набирай. Они не знают, что разговор. Вот сейчас зайдут.
слушайте внимательно. Смотрите, когда будьте внимательны к себе. Смотри, она рыбочка поставила и готова. Мам, ты как чашку вот так подними. Так, дежурный, подними чашку вот так. Держи. Махнули рукой, все. Наш лагерный ребенок. С миром принимаем. Воды набрать можно? Можно. Давай договоримся так. Кто там с тобой пришел? Исаак. Давай сюда. Исаак, Исаак, какие имена? Красивые имена. Имена вообще у нас. Ну, даже за столом сидят две. Вот я сейчас скажу. Во всем Советском Союзе, чтобы две сестры так назвали, не Лилия, а Ливия и Леонида, не было за 2000 лет. Понятно как? Да. Так, чего хотел? Воды набрать. Воды. Давай договоримся сразу. Больше никогда ко мне за водой не приходите. А приходите к своему колодцу. Вы наши, вы родные, не близкие, спрашивайте. Поэтому открывать не надо, там насос знаешь, как включить. А если он не включенный, посмотри по этому. Видимо, кто-то там выдернул на эту пройти. Ну, на веранде. Хорошо. Вода это ваша. Набирайте сколько, вода очень хорошая. Во славу Божию. Договорились, да? Хорошо. Никогда больше не спрашивайте. Это племянники. Нет, не племянники, а внучатки. Ребята хорошие. Ну все. За стол. Из-за стола. Платочки не тянут. Где платочек? Платочек в кармане, а вытирается вот рукой. Платочек в кармане, а сопли на руке. Платочек для того, чтобы вытереть, убрать. А потом постирать. Во! И чихать, когда. Давайте чихнем правильно. Вот. Ой. Ну молодцы. Господи, слава тебе. Нам так хорошо с тобой быть. Благослови этих братьев и семью Устиновых. Сохрани их от всякого рода зла и греха. Благослови наш труд, сделай его полезным и безопасным. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.